хочу поделиться своими личными правилами успеха. Первое. Жадность рождает бедность. Второе. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Третье. Всегда делай еще один шаг. Принимай решение. Любое твое решение, даже если оно неправильно, но в тысячу раз лучше нерешительности вообще. Если бы не было неудач, мы бы ничему не научились. Каждая неудача, каждое твое решение приближает тебя к совершенству. И еще раз показывает, как это нужно делать правильно. Когда ты занимаешься любимым делом, это позволяет тебе быстрее достичь своей мечты, стать независимым, свободным человеком и счастливым по жизни.